Поехал. Ага. Сейчас всем еще раз привет. Сегодня у нас я продолжаю снимать обзоры на наркоса. С хорошо лет получился немножко не очень, потому что я камеру плохо настроила. Сейчас чтобы нам поставить обзорчик. Давайте на coversall, чё уж мелочиться. Чё, coversall? Для Бернер. Не достал. Coversall. Какие-то у меня два маркоса. Приму дефолтный пятнах от Молотова. Думаю, сначала арт приму, а так и... Думаю, не надо объяснять, потому что чернила жидкие. Надеюсь, там хотя бы примерно что-то видно. На пол льется. Вот уже половины маркера нету. Класс. Уже весь в чернилах. Раздолбал перо. Надо будет другой маркус перелить. Пока что поставил здесь. Пойду в этот центр рисовать. Нахуй. Сейчас за право могу сказать то, что за право охренительно пишет классно и в помпе, и в скизере. Говорить плохого ничего не о ней. Здесь, конечно, поверхность не очень, все перья сотру. Прям куски отрываю, Саша. Особенно если медленно так, это вообще топ. Я тебя съем, понял.
как я там это раньше делал. Когда так, я уже не помню. Тут вообще по пути поверхности, как он пишет. В Марковсе еще до хера. Наши подтяги пошли. Еще все вот эти мои coversall, все вообще мои маркеры, которые я сейчас снимаю обзор. Лукойл. Тепловой район. Жена неполадок. Подпись мастера. Хера себе. Это здание Лукойла, походу, бывшее. Что это? Ну и первого, короче, пыли засрал. Слава богу, не зря я перья запасные взял. Перестал нормально писать. Ах. Ну да, перестал нормально писать. Так. Ну, на coversall, наверное, все. Обзор закончился. Собственно говоря, насчет выводов. Думаю, не надо ничего даже говорить, то что это топ. А ну тут еще в казаке осталось. Пора еще так думаю с казаком. Вот для казака это вообще топ. Это все, наверное, на coversall закончился, Назар. О, господи, да, это я. На coversall обзор закончился, дальше пойду мучить.